В Североказахстанской области задержали егерей, которых подозревают в отстреле моралов. Орудовали браконьеры на территории заповедника. При задержании у мужчин обнаружили разделанные туши животных, карабин и охотничье снаряжение. Все подробности в материале пресс-службы областного департамента полиции. Во время одной из проверок на территории Красного Бора в Есильском районе природоохранные полицейские обнаружили Ниву с прицепом, где лежали полиэтиленовые пакеты с мясом двух моралов. За рулем находился 69-летний местный житель и 24-летний пассажир. Выяснилось, последний тайншинец. Еще один сбежал ранее. Место здесь застрелили второго морала и разобрали его. Стреляли где-то метров 150, наверное, с чего он забежал. Мы его тут разобрали, погрузили на машину и отправили в сторону Ельцинского домика. Подозреваемые работают егерями. На проведение охоты они не имели никаких разрешительных документов, но, видимо, хотели испытать удачу. Чтобы вывести мясо, охотники попросили помощи у пожилого мужчины. Стражи порядка изъяли туши моралов, карабин и охотничье снаряжение. Мясо отправили на экспертизу. Данный факт зарегистрирован по статье 337, части 4 «Незаконная охота». В ходе проверки установлено, что два граждан являются работниками данного хозяйства, егерями, то есть. В настоящее время два вышеуказанных лица водворены в изолятор временного задержания отдела полиции Исильского района. По данному уголовному делу назначен ряд экспертиз. С начала года в Северном Казахстане зарегистрировано 11 фактов незаконной охоты. Полицейские напоминают, за несоблюдение требований законодательства можно лишиться свободы или получить штраф в особо крупном размере. Алишер Ашимов при содействии пресс-службы областного департамента полиции.